30 мая, город Екатеринбург, записывает обращение к президенту. Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нас. Нас 157 человек, которые являются ни дольщиками, ни пайщиками. Мы буквально стали бомжами. Отдали застройщику Воробьеву Владимиру Леонидовичу. Его посадили в тюрьму, а мы остались без денег и без жилья. Мы – это инвалиды, пенсионеры, студенты, то есть незащищенная часть нашего населения. Нам никто не помогает, ни губернатор, ни Министерство строительства. Мы 100 писем написали, каждый месяц пишем, но помощи ни от кого не видим. Владимир Владимирович, вам по-человечески не стыдно, когда ваши граждане встают перед вами на колени? Господин президент, помогите нам!